В Тверском цирке состоялась премьера новой программы «Жираф-шоу». Это представление с экзотическими животными Африки, которых можно увидеть вживую очень близко, а некоторых даже погладить. Главная звезда программы – 7-метровый жираф Багир. На премьере побывал наш корреспондент. Одно мгновение, и зрители погрузились в атмосферу Африки, пустыню Сахару, где ее обитатели, верблюды, грациозно вышагивают по арене цирка под восхищенные взгляды зрителей. Дрессировщики радуют публику сложными трюками своих подопечных. Веселое настроение всем гарантирует клоунесса. Она заставляет зрителей улыбаться до ушей. Я каждый раз выхожу с разными историями, в разных костюмах. Мои коллеги и зрители выделяют, например, ту же Белоснежку, что она очень интересная. Она социальная, что женщина сама себе выбирает принца. Звезда программы – единственный в России дрессированный жираф-багир. За любимый сухарик 7-метровый красавец может сделать многое. Станцевать вальс, сделать поклон, поправить прическу у мужчин. А у дам есть уникальная возможность получить поцелуй от багира. Несмотря на высокий рост, жираф очень грациозен. Такого результата удалось достичь благодаря современной гуманной дрессировке, любви, вниманию и лакомствам. Жираф, который делает лучшую работу на сегодняшний день в мире. Ни одного жирафа не увидите, чтобы столько трюков работал и с таким удовольствием. С каждым годом прибывает нам новых трюков, новых каких-то элементов, которые он выполняет и, надеюсь, что радует всех. Шоу-программа не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Жираф больше всех. Красивый, длинный. Высокий. Клоунесса забавно выступает. Жираф, первый раз жирафа вижу. Там гном говорил всякие смешные слова. В завершении шоу свою грацию демонстрируют опасные хищники – тигры и львы. Они легко садятся на задние лапы, катаются на шаре, перепрыгивают друг через друга. Билеты на жираф-шоу можно приобрести на сайте Тверского государственного цирка или в кассе.